1.116. Дружеская дерзость. Я вдруг осознал, что чем дружнее я с кем-то, тем более дерзким становлюсь с ним. Обходительность предназначена для посторонних, а с другом нет нужды таиться, нет причин сдерживаться. Подумайте об этом. Нет друга ближе друга. Никто не примет более неистового поведения, чем он. Нет никого, кто готов так терпеливо и даже охотно мириться с дерзостью и приставаниями. Невольная метафизическая шутка способна ожесточить или даже довести до белого коленя. Все это спокойно приемлет лона дружбы. 1.128.129. В каждом. Я задумался, как может каждое живое существо ведать о божественном, не имея в себе хотя бы его крупицы? Как создания находят покой и радость? Пришел ответ. Все исходит от меня. Я в каждой милости, спутнике, невзгоде, похоти, беседе друзей, переданном на ушко секрете, пряном запахе базилика, предопределенности и изменчивой природе твоих, хочу, молитве, любви, все истекает отсюда и возвращается сюда. Лист, стебель, чашечка, цветка, воздействие и последствия, все сны возвращаются к пробуждению.